Русские народные танцы, песни и стихотворения о родине – все это в исполнении учащихся Одинцовской детской школы искусств «Классика». Ее воспитанники приняли участие в отчетном концерте «Моя Россия». Отрадно отмечать, что воспитанники Одинцовской детской школы искусств «Классика» традиционно являются победителями фестивалей и конкурсов самого высокого уровня, в том числе всероссийских и международных. Мы очень гордимся воспитанниками Одинцовской детской школы искусств «Классика». Огромное богатство нашей страны ребята постарались передать через музыку, танец и творчество. Также учащиеся изобразительного отделения школы представили свои работы. То есть это отражение творчества русских поэтов, русский писатель там и Пушкин. Это русские сказки, русские былины, русские обряды. То есть в любом случае это уголки нашей России. Отчетные концерты проводятся в соответствии с графиком во всех музыкальных и детских школах искусств округа. Именно так учащиеся и педагоги демонстрируют уровень мастерства, достигнутый воспитанниками за определенный период. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».